Все там вроде живы, все нормально, все так. Самого пьяного достали, кто виновник. Остальные все живы. Даже кота достали. В неменяемом состоянии его вытащили отсюда при мне. Ну, вот так, скорее всего, пьяный или закурил. У него там строительный, он там ремонт садил, якобы пытался. У него там, скорее всего, строительный мусор, всякая ерунда загорелась. Поэтому вот так получилось нехорошо. Понял, соблюдать технику безопасности. Я по этому став, открывай скровлю. Понятно. Ну что нету. Отсутствует сухого отвоя в пустыне, горели только в этом чистящем. Там чисто все, они тоже чернили, пришел. Было создано 4 боевых участка. Подано 8 стволов головокружения, 70 человек личного состава и 90 единиц пожарной техники и 3 охуя. Thank you.